Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В польском МИДе проанализируют слова Путина о начале Второй мировой войны. Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. Такое заявление сделал замглавы польского МИД Шимон Шинковский. Как информирует Russia Today, сейчас дипведомство Польши изучает возможности и форму дипломатической реакции. Напомним, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Красная Армия вступила на территорию Польши только после того, как польское правительство потеряло контроль над страной и управление своими вооруженными силами. Путин сообщил, что на тот момент времени польское правительство находилось где-то в районе румынской границы, и поэтому, по словам российского президента, не с кем было даже разговаривать на эту тему. Замглавы польского МИД попросил дать ведомству немного времени для изучения этого заявления и выработки позиции. Ранее Шинковский уже заявлял, что российская позиция по поводу Второй мировой войны не имеет никакого отношения к исторической правде. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.